Здорово, народ. Чё, короче, сейчас начинаем потихоньку собираться, грузиться, короче. В Новосибирске взял одну загрузку только. Я вообще в шоке, что тут творится, блядь. Это касается вот именно наших омских перевозчиков. Блядь, гребут все подряд за копейки, блядь. Вот вы сами себе насрали. Вот реально. По сравнению с прошлым годом, в этом году вообще отсюда нереально на ум загрузиться нормально. Короче, сами себе. Вот так вот я хочу сказать. И никто тут не виноват никому. Сами виноваты. Вы, блядь, на перегонки. Только заявка выскочила, уже все там чуть ли не в драку, блядь. Хер дозвонишься туда. Так что такие вон дела. Я прям знаю тут группу таких наших водителей, которые там толпой одну атишку оплачивают, чтобы и оповещения все-все им там приходили, чтобы вообще все-все. Так вот, блин, ну в натуре сами себе. Зато у кого не спросишь, все там чуть ли не по 50 рублей, не по 100 рублей ездят километр. А заявки-то я вот прикалываюсь. Сегодня смотрю, посметали вообще всю шляпу. Зато никто не возит. С кем он где не встретится на ленте. Да ты чё, я езжу. Ну а кто их тогда возит? Они сами что ли уезжают? Я не думаю. Ладно, сейчас поедем туда ближе к загрузке. Мне вообще в 4 часа только грузиться. Это на машину еще бы на прицеп чем взять. Ну, блядь, тут вообще, по-моему, нереально. Я говорю, все сгребают, все, блин. Вы сами-то подумайте. Ты, я не думаю, что ты с Омска сюда прям приехал по хорошей цене. Ну, отсюда вот за копейки. И у всех оправдание, если что-то прям вообще надо было срочно. У нас, я в Новокузнецке стоял, в Алдай за 15 тысяч отдельной машины уехал. Ну, 1000 километров за 15 тысяч отдельно. Это вообще бы несерьезно, блин. Там, да и газель-то мало за 15 тысяч ехать. Ну, сейчас вот я говорю, 3 тонны. Вот сами же довели до этого. 3 тонны, блин, 3 тысячи. О, нормальные ставки. Или с НДСом сейчас много стали выставлять. Ладно, будем потихонечку собираться. Ну что, короче, движемся, толкаемся по Новосибу. Короче, этот логист, ну, у кого взял-то груз еще вчера, подогнала мне сегодня еще грузик. Но только что обидно, я уехал оттуда, и мне сейчас надо опять ехать обратно, можно сказать. Ну, дальше, до Бердска. А я стоял на Бердском шоссе на ленте, блядь. Ай-яй-яй, чуть-чуть поторопился, блядь. Короче, сейчас все обратно. Надо резко мне успеть. Тут, короче, в двух местах еще загрузка. И вот сейчас надо все резко успеть сделать. И вроде бы как взял я еще одну загрузочку. Но не точно. Но вроде как взял. Так что такие делишки. Если все три возьму загрузки, то вообще по красоте уедем. Ну не прям по красоте, ну красиво. Блять, что тут за движняк-то, а? Ну ладно. Короче, вот и пробка, блядь. Трех рядов. Ну ты езжай, бля. А, ну что тут они? Размотали, короче. Вот и все, пробка кончилась, бля. Короче, еще одну загрузку вот закинул я, блядь. Ой, блядь, под самый потолок. Ведра, короче. Ведра там, крышки к ведрам. Сейчас вторую приехал.
Ну, это одна и та же загрузка, только в два адреса. Ну и, блядь, короче, что-то вообще... Прям вообще мы впритык идем. Не знаю, там хоть бы не это. Не кипишнули, начали загружать. А то, походу, придется... Придется без одной загрузки ехать, блядь. Короче, вот он груз оказывается. 1,5 тонны в заявке. 3 метра по полу. Вот он еще один груз. Ну что, короче, все, мы поперли. Выгребаем потихоньку. Спасибо. Самолет полетел. Короче, выгребаем потихоньку тут. Через Толмачёва, я так понимаю. Вот 3 грузика. Но загрузки 4 было. Потому что 1 груз, 2 загрузки. Там вот ведра, я так понимаю, это под краску ведра. И ну, какие-то как красители, что ли. Я говорю, я так подумал, что это для краски, скорее всего. И эти 2 загрузки, блин. Прям завтра надо раскидаться по буре куда. Там тоже дела всякие. Всякие разные. Ладненько, давайте, до связи. Пошла запись. Короче, еду сейчас, думаю, что-то это... Вибрация какая-то. Прям как-то резко так взяла вибрация, руль забила, что-то защелкала, блин. Ну я быстренько раз на обочину, не могу понять, блин. А когда этот... Ну на колесе этот защитный колпак откручиваю. Там диск лопнул. Уже прям аж херачить начал, аж щелкать на него. Видать, как вибрация пошла, его вообще ломать начало. Так что так вообще подошалел, блядь. Чуть-чуть не дотянул, думал, дотянул до этой, до стоянки, что-то еще попробовал. Блядь, страшно, думаю, нахер колесо сейчас отвалится. Еще же у нас водители, вот, которые профессиональные, блядь. Нет уже ни встречки, ничего, а ему надо вот свой профессионализм показать, так прижаться, чтобы аж, блядь, чуть ли зеркало не чиркнуть. Ну, ладно, что, поднял колесо. Прям дальше потихо. Как будто ясно все. Тут все как-то пасмурно затянуто, там что-то ясно. Вон до стояночки, думал, до этой дотяну. Не дотяну. Так, утро доброе всем. Уже по городу рысачим, по Омску. Одну выгрузку я уже сделал. Что-то я... Это... Поверните налево. Блядь, запарился, короче. Не стал снимать. Все, сейчас тут на окраине скинем. И поедем еще одну брать. Ой, брать, блядь, выгружать уже брать. Все, лишь бы взять бы что-нибудь надо. Хватит. Сейчас дома перекурим маленько. Ну че вы там натурите? Захарыч. Вот такая вот болотина, бля. Сейчас. Лет 10-15, и тут дома будут стоять 100%, бля.
краску тут, короче, сделают у нас, оказывается, в Омске. Так, ну что, гончим по городу. Бля, тут так распогодилось вообще. Аж летом запахло. Короче, что тут, выгрузились. С письма отправили. Сейчас еще, короче, сейчас с Лехой встретимся. Леха тут у нас в Омске. С ним так пересечемся, да, и это. Фонарик еще надо мне купить на прицепе, раздавило, блядь. Фонарик. Бля, вообще погода нормальная такая. Кто это такой едет-то, нахуй? Все, короче, полетел Леха. Все, полетел. Ладно, тоже пойдем в магазин зайдем.